Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Яноульской 1А. Бутик номер 4. Эти дети первые в череде отдыхающих на базе летнего лагеря «Винет» в этом сезоне. Приехали сюда всего на день, но уже признаются, что хотели бы побыть здесь дольше. К услугам мальчишек и девчонок многочисленные площадки для игр и развлечений. Армрестлинг, потом баскетбол вон там вот есть, пионербол, футбол есть. Потом можно просто в мяч погонять, можно в догонялки. Все, что любят мальчишки. Еще мы проходили испытания. У нас была первая группа и вторая. Некоторые радовались, некоторые немножко огорчались, но мы же все равно одна команда. Лагерь детско-юношеского центра «Винет» расположился прямо на берегу реки Буй. Опытные педагоги уверены, именно здесь, вдали от цивилизации многочисленных гаджетов, дети смогут почувствовать все прелести жизни на природе. В пятидневной программе похода предусмотрены не только игры-дискотеки, но и так называемые радиальные сплавы на катамаранах, а также походная баня. Ее изготовление завершат уже на днях. Баня походная, накрывается потом палаткой и... Одновременно здесь могут находиться более 20 ребят. А дальше здесь у нас мостки, и после бани это обязательное купание. Ребята выходят на воду, здесь обследовано дно. Кормить участников заезда обещают 5 раз на дню. В меню и мясо, и крупы, и овощи. Рецепты испытаны. Педагоги говорят, что пока еще от местной еды никто не отказывался. Вроде целый день кормишь. Между этим же бывают еще фрукты, бананы обязательно, апельсины и яблоки. Каждый день и соки. Но все равно они вот, а что сегодня на ужин? А что мы будем скоро кушать? А скоро? Сколько осталось? Очень нравится детям здесь. Заезды под патронажем «Винеда» рассчитаны на 5 дней. Первый стартует уже 5 июня. Лагерь будет работать для детей весь первый летний месяц. Лишь по примерным подсчетам за это время его посетят не менее 300 мальчишек и девчонок. Попасть в их число еще можно. Подробнее об этом могут рассказать на базе «Винеда» по улице Социалистической, 24А. Лариса Миронова, Азат Давлетшин. Информационная программа «Время новостей».